Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий на Китайке. В прошлый раз я вам показывал, кто смотрел, кто нет. Реально, как-то странно, но очень было сложно пройти топов Ронином там и прочими. Просто тупо сливались герои. Там полный трэш был на этой битве гильдий. Мы, конечно, топ-5 пришли, сегодня у нас тоже 5 топы, но сегодня у нас был рынок, сейчас мы немножко попробуем поднять скиллы и героям, и точнее героям говорю, питомцам. У нас сегодня неплохой базар, поэтому я забрал кучу сумочек, и сейчас мы будем, как обычно, трешевать. Дофигище, как видите, всего дали. Сейчас мы поднимем левел Цепелину, поднимем левел Фениксу, то есть основным героям, которые будут использоваться на битве гильдии, и, соответственно, уже посмотрим. Потому что в прошлый раз там в районе 20к били они, но мне кажется, там это было все из-за... этой ратуши, которая имеет скилл на понижение, но хотя я не думаю, не должно. На английском я точно так же проходил и просто налегке. Почему так, не знаю. Сейчас возьмем, прокачаем, посмотрим уже. Ну, вот первые откроем, дальше я уже потом всех отдельно пооткрываю, докачаю питомцев. То есть, по сути, здесь за полпака на русском можно прокачать полностью на максимум всех питомцев. Вот так вот. Такой вот трешечок. На английском то же самое. На русском, к сожалению, столько питомцев не продают. Так. Видите, даже дали, предусмотрели, дали 1500. 5 паков больших с маной. Так, это мой питомник. Ну, вот редкие, как видите, они прокачаны, донатные. Вот с обычными чалька была. Так, 160. Ну, мне и на архидемоне теперь легче будет. Заодно и силушку апнем. Так, ладно, идем. Просто жесть, посмотрите, сколько сумок. Ну, мне самое основное — это первые сумки открыть, чтобы отсюда получить полностью всех питомцев. Допустим, там Шиара для архидемона хороша будет, Драко тоже для архидемона, особенно для тех, у которых нету иммунитетов. Бабочка будет неплохая там на PvP локации, и авиар то же самое, ангел для отхила тоже надо качать, огневик для архидемона для PvP локации, чикабум тоже нужен, ну а феникс и цеп — это чисто битва гильдий, ну на подземках смысла особо от них нет. Ну, в любом случае, их надо всех качать, потому что они дают и бонусы, и все остальное. И, скорее всего, скоро будет, опять же, увеличение левела. То есть, их дадут нам возможность качать до 40-го. Открою 10-е талантики, когда-то это было. Уже об этом рассказывалось. Инфа была, что они будут на десятки давать. Поэтому вместе с 9-ми эмблемами, я думаю, скоро введут и новый левел питомца. А питомец — это, по сути, тот же самый герой.
Такс, ну чё там? Блин, долго, конечно, открывать, но ради этого стоит подождать, чтобы увидеть разницу на битве гильдий. Очень интересно посмотреть, сможем ли мы точно так же, как и на английском, тащить. Хоть там и герои прокачаны покруче, но интересно очень, почему такая разница. Просто даже помню, там урон был по 25к, не больше. Жесть, конечно. Вот это вот на секунду. Могли бы сразу открыть все, и там тебе полностью список выпадает. Это было бы вообще эпично. А тут по 10 нам сделали. Ну, хоть так вот ускорили. Представляете, как мы раньше трешевали, сколько я эти сумки открывал. Это просто была жесть. Ну, как видите, здесь и обычные, и типа легендарные падают, элитные. То есть тот же самый ангел там тоже считается элитным более. Слон. Ну вот первое, это самое, скажем так, нужное и кайфовое. Дальше все донатные, их и так можно будет за донаты, их проще собрать. У меня они так здесь и собраны, а вот мелких нам не давали. Вот поэтому и я сегодня решил все забрать и докачать. Короче, кучу мы питомцев выбили. Не знаю, как мы сейчас их будем качать. Ну. Самое главное докачать два основных, а там дальше все уже не столь важно. Нам чисто ради теста. Итак, шел второй час. А представьте, если я буду их открывать на английском сервере, это просто жесть будет. Там по 20 тысяч, 30 тысяч питомцев. Это так просто оставляешь, идешь на целый, там, не знаю, пару часов, вот это точно. Просто приходишь, перещелкиваешь на следующую группу. Это просто жесть. Так, финишная прямая. Можно целое видео делать про открытие питомцев. Так, отлично. Хорошо, хоть ману дали. Это радует. Такс, поехали. Так, ну я не буду всех трогать, давайте я сейчас для начала прокачаю самых таких нужных, вот отлично. То есть нам по сути хватает теперь, я на максимум даже не хватило, вот видите, надо 1010, наверное, чтобы максимум качнуть. Ну нам самое главное сейчас скилл качнуть по максимуму, так, это будет долго тоже. Так. Феникс у нас готов. И цепелин. Отлично. Чуть-чуть нам не хватило до 32-го. Тоже очень муторное, длинное занятие, прокачка. Таким образом. Так, отлично.
Так, я еще хотел кое-что посмотреть. Тут, видите, тут более такие все. Дальше пошли уже чисто редкие питомцы. Поэтому смысла нет эти сумки открывать. Отлично. В общем, с этим разобрались. Поехали. Выставлять героя в игру. Так, Фрэнки. Ну, его можно, в принципе, убрать. Он нам тут особо сейчас не нужен. Мы возьмем сюда кого-то более интересного. А, кстати, давайте возьмем. У меня за пачки стоят такие. Так. Есть. Тут Ремку можно убрать. Можно сюда поставить утекание даже. Чтобы ее не убили. Так, Космо оставляем таким. Лазуля такой же. Сюда ставим Феникса. Let's go. Поехали, посмотрим, что там у нас на битве гилий получится сегодня. Посмотрим, есть ли разница. 660, 650, 640. Вторых пропускаем. Третьих пропускаем. 660. Значит, отсюда одного и всех оттуда валим. Отлично. Первый готов, ребят. Супер мега прохождение. Ну, я надеюсь, у остальных топов у нас хоть будет кто-то. Так, отлично. Поехали. Отличненько. Ой, мы, по-моему, их и били тоже. Очень хорошо. Поменял расстановку, если я не ошибаюсь. Только вот самое печальное, что он раз тут-то поменял. Но вот от Фрейи голуби прилетают. Так, смотрим на урон. 27 тысяч. Блин, маловато. Как-то не знаю. Как по мне, очень мало. Надо, кстати, как-то это, ну, мало выбивает. Что за фигня? Непонятно. 28. Блин, получше было раньше. Почему-то я не знаю, что случилось. Может, я давно не проходил, хотя на английском тоже трешивал точно так же. Ронином. И такого не было. Очень странно. В принципе, если не такой вариант, то у нас есть другой вариант, более интересный. Вот когда у вас стоит Фрейя на дефе, это реально печаль. Почему печаль, я уже показывал, рассказывал не один раз. Так, ну Ронина ушатали, у нас понятно. И особенно с воодушевлением. Так, ну у него тут есть этот уменьшение от хила. Вот это, в принципе, хорошая тема. И домогание. Очень полезное, кстати. 35% всего лишь вынесли. Пора, наверное, отсюда выпускать Лазуликса. Так, Огника у нас слили. Отсюда Фрейю. И Космо. Вот 70, смотрите, уже у нас... Ай-яй-яй, Космо немножко не туда чуть-чуть ударил. Ух ты, почти-почти. Смотрите, щит держится. Так, хорошо. Let's go. 98%, 100. То есть в любом случае, даже если мы так не добиваем, то мы добиваем... с деревом, но раньше такого не было, я не знаю, на китайке реально стало как-то посложней. Почему такой разброс? Ну, проверим еще на английском сервере либо на русском таким же составом. Ну, на русском будет реально проверить, конечно же, таким же составом. Ну, как видите,
Проблем, в принципе, нет, но посложнее стало. Хоть какой-то интерес есть. Так, что тут у нас? Тут та же самая ситуация, тоже мы их проходили. Отсюда вообще можно вытаскивать. Давайте попробуем вот такой вот вариант. Иронина отсюда запустим. Кстати, Фрейя мы сейчас просрем, потому что она вообще нигде не зацепилась. Надо было ее отсюда кидать вместе со всеми. Сейчас по-другому сделаем. Давайте отсюда Охника. Ну, можно отвлекать, можно юнита много нанять. Ну, я не буду над этим сейчас заморачиваться. Мы пробуем такой вариант, пусть там сольются, сольемся, не сольемся. Но мне интересно, вот почему так мало урона проходит? Что у нас поменялось? Видите, недомогание, кстати, кайфовая вещь. Реально против героев с отхилом неплохо тащит. Быстро у нас, кстати, Огника минус 0. Иронина тоже могут сейчас минуснуть очень быстро. А, нету уже этой. Розалинды нету. Поэтому вряд ли быстро они минуснут. Нужно сделать вот так. Ну, включится или нет? Отлично, включился. Это хорошо. Пусть там уже добьет. Вот, посмотрите на этого Ронина. Что бы ни было, Ронин все равно до сих пор реально тащит. Космо. Как-то быстро Космо так слился. Можем даже сейчас слиться вполне. Ну, ждем, пока Ронин ударит. Там у нас несколько построек еще осталось. Башни остались. Восемьдесят семь процентов, ладно. Взаим. Ух ты! Ну, самое главное, чтобы Огник. Все отлично. Тоже, как видите, в принципе, ожива спасает. Вполне. Ну, здесь у меня тоже герои без прокачанных прорывов. Надо будет как-то обычным составом попробовать. Так, что тут у нас? Тут у нас можно просто выпускать всех подряд. И не париться. Ну, в общем, ребят, как-то так. Не знаю. Так, о, еще один есть. Отлично. Очень какой-то странный урон. Сейчас самое главное космос слить. Как-то этот слабоват, мне кажется. Тут вообще быстро все, смотрите, уже 60%. Сейчас мы с этой стороны попробуем Лазулю зацепить. А, и надо на Лазулю немножко другого героя ставить. Питомца, точнее. Ну, в принципе, ничего сложного. Космос собака не туда немножко ударил, куда нам надо. Ну, даже так прошли. Вот так вот, ребятушки.
7 с копейками, 5. Чтобы было сложно, я бы не сказал, но все равно как-то не особо уверенно, как это было у нас раньше. В общем, вот так вот. Пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.